Негативная динамика по количеству пожаров в нашем городе сохраняется не первый год. Самая частая причина возгорания – человеческий фактор и неаккуратное обращение с огнем. Самый серьезный пожар произошел летом 2018 года. Летом на территории судоводческого товарищества «Авангард» в Кремешке в ночное время произошел пожар. Пострадало 9 садовых участков, сгорело 17 строений. Еще одной важной частью ежедневной работы сотрудников пожарного надзора были проверки учреждений и предприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности. Всего было проверено около 100 организаций. И в этой сфере в следующем году также произойдут изменения. Плановые проверки перешли в новый формат. Контролирующие органы обязаны пользоваться так называемыми проверочными листами, по которым смогут оценивать, насколько организация или индивидуальный предприниматель соблюдает требования закона. Проверочные листы будут применяться только во время плановых проверок, а об их наличии обязан будет позаботиться руководитель организации. Скачать форму проверочных листов можно будет в сети интернет. Там они будут находиться в свободном доступе. Кирилл Осенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.